Всем привет, с вами Gobzor.com. Сегодня на центре внимания видеорегистратор Trend Vision X1, сочетающий в компактном корпусе GPS-модуль, точку Wi-Fi, быстросъемный магнитный крепеж и поддержку съемки в двухканальном режиме. И здесь GPS используется не только для фиксации скорости, но и для вывода информации по камерам и радарам. Средняя стоимость 5990 рублей, комплект включает зарядное устройство, прикуриватель, крепление на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, ленту с двухсторонним скотчем, дополнительную инструкцию на русском языке, и собрано все это в коробке с подробной информацией по характеристикам. Выполнено устройство в компактном корпусе из черного пластика. На лицевой стороне выведен объектив, выступающий над основной плоскостью. В оптической схеме используется 6 стеклянных линз, диафрагма 2.0, угол обзора 150 градусов. Внешний видеорегистратор напоминает скорее экшн-камеру, по габаритам они также сопоставимы. На верхней грани углубление с группой медных контактов и парой магнитов. Обеспечивается надежный захват в комплектном крепеже. Выполнено в виде компактной площадки со сквозным способом подачи питания. Подключается кабель питания в основании крепежа. Снимается и ставится быстро. При длительной парковке в неблагополучных районах можно будет снять без риска повреждения крепежа. На стекле фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Надежный способ в условиях мороза в российских реалиях. Возможности ножки ограничены только наклоном, повороты в сторону не поддерживаются. Выбранное положение не смещается при этом. На левой грани разъем microUSB и слот для карты памяти. Тестирование Trend Vision X1 велось с картой памяти объем 256 ГБ. С противоположной стороны выведена решетка динамика, он тут используется для вывода звуковых и голосовых предупреждений. На нижнем торце у видеорегистратора механические кнопки управления. Для удобства поиска нужная маркировка выведена на нижней рамке дисплея. Дополнен этот набор механической кнопкой на верхней грани. Для вывода изображения используется дисплей диагональ 2,35 дюйма. Хорошая читаемость под разными углами наклона. Экран в этой модели, помимо типовых сценариев, используется для вывода предупреждений по стационарным камерам и радарам. Наполнение у базы хорошее, в условиях мегаполиса вполне можно будет отказаться от установки отдельного радар-детектора, особенно если вы не злоупотребляете нарушением правил ПДД. Батарея в Trend Vision X1 заменена на суперконденсатор. Он не подвержен сдутию под лучами солнца и при морозах, увеличивая в целом срок службы. Из минусов нет возможности эксплуатации вне автомобиля. Заряда тут хватает только для корректного завершения записи текущего ролика. Сопровождается внешней камерой, выполненной в защищенном корпусе, которую можно будет установить в районе номерного знака. Длины питающих интерфейсных кабелей за ВАСом для укладки под обшивкой. В салоне, видимо, остается только ограниченный участок. С экрана видеорегистратора можно провести детальные настройки работы системы и самого видеорегистратора. Управление работой информатора, синхронизация времени, просмотр данных по спутникам. Отдельно отмечу пункт с QR-кодом для загрузки приложений и активации Wi-Fi соединения. Для iOS и Android доступны бесплатные приложения, которые после подключения к точке доступа открывают возможность взаимодействия с видеорегистратором, используя экран смартфона. Потоковое изображение с камеры, кнопки видеосъемки, создание фотоснимка, переключение между камерами. Проведение базовых настроек видеосъемки, форматирование карты памяти, вывода списка отснятых файлов с карты памяти. Каждый из них можно скачать в память телефона или удалить. Оснащен Trend Vision X1 процессором M-Star 8336, матрица Galaxy Core GC2053 в основном блоке. Пишет видео с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Оценить качество видео вы сейчас можете, и напомню, что по ссылке есть текст-обзор. Там ролики с двух камер представлены в полном тайминге. Если необходимо, там же в комментариях к текстовому обзору отпишитесь. Мы всегда публикуем исходники, ничего не скрывается. Там и экзиф, и все можете посмотреть. Ну и без обработки YouTube. Trend Vision X1 – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки, оснащенный GPS и Wi-Fi. Выполнен в компактном корпусе. Быстросъемный магнитный крепеж, приложение для смартфона, скрытый монтаж в салоне автомобиля, частое обновление базы данных и суперконденсатор. С удовольствием обсудим с вами Trend Vision X1. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.